59-летняя ведущая программы «Жить здорово» рассказала, почему именно Италия больше остальных стран в мире пострадала от коронавирусной инфекции. Сейчас число смертей здесь превысило даже показатели Китая, который стал очагом распространения заболевания. Елена Малышева уверена, что власти страны допустили халатность, приняв меры предосторожности только спустя 2 месяца после объявления Китая о начале эпидемии. В Италии закрылись границы только в начале марта. Поэтому, конечно, это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы, поделилась Елена Саиев. Она подчеркнула, что и сами итальянцы внесли свою лепту в распространение заболевания. Речь идет о местной традиции объятий и поцелуев даже с незнакомыми людьми. Все это сыграло роковую роль, считает телеведущая. Малышева уверена, что вакцина будет создана не менее чем через 3 месяца. Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию, считает телеэксперт. В Италии число инфицированных превысило 47 тысяч, а скончалось 4 тысячи человек. Уровень смертности от коронавируса приблизился к 10%. Ранее Малышева заявила о неэффективности оксалинки и звездочки против нового вируса. Телезвезда уверена, что для России COVID-19 пока не представляет опасности. Елена превратила Дмитрия Хрусталева в коронавирус.